перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ник, привет. Всем привет, товарищи. Господа музыканты, не музыканты. Мэг меня не примет. Володя, юмор у тебя, конечно, так себе. Юморок, я бы сказал. Loving you. Альбом, да вот, блин, осталось два куплета, блин. Слишком много всего за это произошло за это время, короче, и я могу сказать так. Это заебись, товарищи. На самом деле это круто. Потому что, короче, что вам сказать? Я сделаю видос сегодня или завтра. А ситуация, Камуратову привет. А ситуации вообще за последнее время, что происходит в моей жизни. Как на духу, короче, расскажу вам, что происходит. Вот, все. А вы там уже сами решаете. Мне, честно говоря, качели с этим идиотом уже заебали, блин. Он меня так заебал за эти 4 года, вы себе не представляете. Вот. Но тут я не знаю, что с человеком сделать, блядь, уже его что. Блядь, ну как бы человеку, блядь, объяснял уже и так, он никак не хочет успокаиваться. Просто надо решать как-то, блядь. Я просто человек православный и достаточно добрый. Я как бы всегда надеюсь на то, что люди, как бы, блин, сами по себе вообще адекватные и адекватно как бы ведут себя и будут вести себя и адекватно оценивают ситуацию и так далее. Но происходит такая ситуация в моей жизни с Нового года, что я встречаю нескольких людей, которые никак не хотят, короче, адекватно оценивать вообще ситуацию в своей жизни и вообще что они делают. Мир сходит с ума. Я с ума сходить не собираюсь. Меня это подзаебало, если честно. Вообще, блядь, я бы хотел, чтобы от меня все отъебались. Всякие непонятные персонажи, которые там пишут видео всякие, снимают на меня. Но на них похуй, ладно. Они там, блядь, хайпят, пытаются там в чужом имени, так сказать, выехать. А я, короче, блядь, в свою очередь, не хочу этой хуйней заниматься. И поэтому я хочу сказать так. Блядь, товарищи хейтеры, отъебитесь меня, пожалуйста. Реально, просто отстаньте от меня, блядь. Вы меня так заебали. Я православным был всегда, и так тебе на будущее. Я во всяком случае в церковно-приходской школе учился. Так что, блядь, не умничай там. Вот. Отстаньте от меня, пожалуйста, блядь. Займитесь музыкой, я не знаю, там. Работай, блядь. Найдите себе занятия. Девушку, что ли, себе найдите, я не знаю, там, блядь. По возрасту себе кого-нибудь. Вот, особенно вот эта молодежь, которая всякую хуйню пишет. Вы ко мне так пристали, я это как бы, блядь, ну, переживу, ничего со мной не случится. Не умру, не побледнею, не, блядь, не посидею. Просто меня это заебало, и как бы мне уже надоело это. Раньше мне это нравилось. Сейчас мне это уже даже утомило, короче. У меня утомили. Прошу вас, отстаньте от меня. Просто отъебитесь от меня нахуй. Вот. Всем адекватные люди, которые живут адекватно, примерно прекрасно понимают, что происходит, прекрасно видят, как, короче, пожаре, да, подтягивания нет. Вот, видят, что происходит, короче, и понимают, как вообще и что на самом деле, как правильно поступаю я или нет. Вот, вокруг меня достаточно людей, которые знают ситуацию. Вот. Знают ситуацию и контролируют мое поведение, контролируют мои какие-то шаги. И вот сейчас опять приехал мой, так сказать, мой друг, который явно старше меня, вот, с которым мне сейчас предстоит диалог на эту тему, вот, который хочет проконсультировать меня в дальнейшем, как надо действовать. Вот. Все, кто хочет бой со мной, подраться со мной и, блядь, и так далее, я скажу вам так. Вы победили, парни. Вы победили. Я испугался. Все. Я боюсь вас всех. Честно, я очень боюсь вас. Пожалуйста. Вы все победители.
Вот. Воздухуя, я один, как бы, и мне неинтересно, в принципе, ни со стороны хайпа, ни со стороны финансов, ни со стороны вообще какого-либо, блядь, ну, просто, блядь. Вот. А те, кто там любят, короче, всякую хуйню про меня написать, что я там плохой, если я ужасный в ваших глазах, мне вообще похуй на это, если честно. Мне насрать то, что вы там кто-то там обо мне плохо думает и так далее. Когда вы это поймете, вам станет легче. Вот. Вот я мусорской, оказывается, уже нихуя себе. Надо было в натуре, походу, блядь, написать заяву, блядь, и что-нибудь сделать. Для того, чтобы говорить, что человек мусорской, вам надо для начала знать, что такое мусорской определение. А не ваша эта блатная пыль на ушах, которая у вас там осела, и вы думаете, что вы там шарите в этом. Я вас всех люблю, дай бог вам счастья, с Новым годом и Рождеством. А для хейтеров я хочу вам показать, вот такая штучка вот есть, вот эти, оп. Вот так вот. Берегите себя, люблю вас.